Встроенный ряд новых фонарей, 64 новых светодиодных светильников установлены на западном подходе в Павлово. Протяженность – почти 2 километра. Дорога освещена надежно, мощность фонарей – 70 Вт. Кроме того, фонари оснащены так называемой функцией диммирования. Уровень освещенности подстраивается под естественный свет на улице. По мере наступления сумерков свет становится все ярче. Так, на дороге области внедряются новые технологии. Уровень освещенности должен быть 20 люксов. У данных светильников световой поток 14 тысяч люменов. Ну, соответствовать будет, то есть 20 люксам. Освещенность хорошая. Установлены фонари по двум сторонам дороги. Расстояние между столбами 30 метров. Сумма контракта составила 5 миллионов 800 тысяч рублей. К работам приступили месяц назад. Работы производили в светлое время суток. Вот, линию построили быстро. Администрация всячески нам помогала и способствовала. Поэтому работу произвели быстро, были небольшие дополнительные согласования, с которыми мы справились. Линию запустили, линия работает. На адаптируемой яркости нововведения не заканчиваются. Фонари контролируются по индивидуальному графику, управлять работой светильников можно дистанционно. Кроме того, предусмотрена функция автономной работы. Для города это очень важно, это в первую очередь безопасность. И это очень хороший подарок перед Новым годом для населения Павловского муниципального округа. Тенденция здесь очень большая, ну, не скажу точно, сколько проходимость, но здесь это одна из точек, значит, взаимодействия как с нашими населенными пунктами, так и с Вачским районом, так и с Сосновским районом. Трасса занимает важное место в дорожной системе района. Транзит выходит на магистрали областного значения. Планы на будущее уже есть. Осветят ряд других улиц. Коммунистическую, Фаворского и несколько других. Кроме того, отремонтируют дороги. Проекты ожидают согласования. Всего в этом году по нацпроекту осветили 69 километров дорог. В следующем планируется больше – 80 километров. Служба информации, Никита Григорьев, Вячеслав Орлов.